show for the opening night. Today, the outstanding poets, actors, musicians will perform using different languages. And today we are starting the new level, our international level, and we all will perform using both languages, English, Russian, any other, and then take part in creative tasks. They are in the magic bag, and everyone can do it. Для тех, кто не понял, да, сегодня мы начинаем наше NB-шоу. Оно настроено на иностранцев. Сегодня первый раз, первый вечер. Не все произведения, не все стихотворения будут на иностранных языках. Что-то будет по-русски, но это только первый шаг. Мы только начинаем. И каждый участник может принять участие в креативных заданиях из волшебного мешочка. Это дуэты, импровизации, задания на бис. Просто, чтобы лучше вас узнать, чтобы вы лучше познакомились. И первыми, чтобы создать настроение, так сказать, взять эту сложную миссию на себя, мы выступим для вас. Это мы, это Дмитрий Королёв и я, Лана Сергеева. Вместе группа Neverly. Stirs, deserted in the mist.
listen to the steps, listen to the steps, steps, steps. Благодарю за внимание, дамы и господа. Следующая наша композиция будет даже на двух иностранных языках, на английском и немецком. И называется она «Dear Fear». Shut up, start walking.
Благодарим за внимание, дамы и господа. И сейчас переходим к основной части. Я напомню, что мы собрались не только интересно ради. Самый сильный выступающий получит финансовый приз. И еще будут три симпатии от организаторов этого шоу. От Дмитрия Королева. Да. От Анастасии Эрик, замечательный. Лучшего поэта. Я отмечу самого, по-моему, креативного выступающего. Вот переходим к основной части. Не удивляйтесь, всех выступающих я сегодня буду приглашать по-английски. Ну, думаю, все-таки мы сможем это понять. And the first comes to the stage friend and extraordinary poet Ирина Стародубцева! I want to share with you poetry and some of my creations too. I will read two verses. One of them is a lyrical poetry and the second one is a poem. The first, my future is limited. My future is limited and so is my past. I'm living in standby mode. The dream is prohibited, breathing its last by a strange and ominous god. Is the morning enough to polish my thoughts to the utmost pink of perfection? My mind is like a countryside pond, a blue entity of pure reflection. Is the world, all the world outside is an alien land governed by madness and greed. There is nothing to do. You can give a brief kiss. There is all. It is all the treatment I need.